Добрый день, дорогие друзья! Для вас это видео одно из самых любимых, почитаемых. Сколько за это видео этой направленности мне высказывали люди? Думаете, о чем это видео будет? А вот они угадали. Видео это будет о погоде в городе Барнауле. Сейчас минус 14 градусов. Легкий ветерок, снежок. Вот такой наш Барнаул сегодня. Ну, минус 14, скажу я вам, это не минус 35. И 30, как у нас было. Да, кстати, в этом видео сразу скажу. Болеть сейчас не модно и очень дорого. Вот я заболел. Температура 39,5 была. Сбил до 38, сейчас, наверное, 37. Ну, пошел. Лекарств купил. Так что, скажу я вам так. Одевайтесь теплее, какая бы погода ни была. Да, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии под этим видео. Буду ждать новых комментариев. С вами был Николай Кныш, город Барнаул. Заодно посмотрим, какой наш Барнаул в воскресенье. Видите, машин мало. Не так много. Выходной день. У меня, кстати, выходной сегодня. Давайте, удачи вам, удачи нам. Всего доброго.